А при чем тут получается? То есть грехи предков тоже могут на этого мальчика навалиться? А как же? На себе поколение сбрасывают. Вот дом в наследство передают, да? Там внукам, правнукам. Ну это что-то хорошее передают, а это что-то плохое получается. А это передают точно так же и грехи с наследием. Ну это саркома, это еще хуже, чем рак, то есть если ее ну не остановить. Да, врачиться, а может быть такое, что ему 14 лет, и он уже стал где-то быть гордым, и по этой гордыне вот это оно пробило, не? То есть он не смог такого нагрешить еще? Нет, это не по его грехам, по родословным грехам. Если они не опомнятся и не начнут действовать, они все... Причем должны... это правая сторона у него в районе тазобедренного сустава, правая сторона. Я вот думаю, это о чем... Больше по материнской линии. Ну, кому он нужен? Он только матери нужен, а отец, он же как бы всегда будет это, при делах. Может быть, кто-то был невенчанный, все поколения невенчанные. А тоже блуд. Может быть, да, невенчанные? Да, и заблуд тоже. И вот рачица сейчас жирает их. А, это уже идет как грех блуда, если невенчанный, да? Конечно. А-а-а. Если им надо просто, чтобы кто-то кормил их, а сейчас кто будет, тысячи людей приходят, какие батюшки будут отдавать себя этому? Сейчас нет такого. Да. Раньше так... были, я застала милости. Но я посоветовал, я говорю, владыка Сергий Тернопольский, и она поехала к нему, не знаю, там, чтобы молился. Ну, да. Серьезная проблема. Это, ну, серьезно, погибнет и все. А это очень хорошо, если его Бог заберет, только исповедовать, причастить его, все сделать. Но они сами, если хотят, чтобы... Они тоже должны испиться, причаститься. Но он ходить не может, ему тяжело даже в храме стоять, не то, что даже в храме. Да что ты, ну что, это он обреченный. Болит, человек. Болит, обреченный, да, это уже все. Да. Она. Надо, значит, только единственное, если хотят его оставить в живых, то они все должны, сколько их живых есть, деды, бабы и там кто-то, всех поднять и всех на ноги. Чтобы все родом молились, вы мали. Опять ты суешь свои. А ты как? Ну... Да вымаливать это одно. А что? А грехи исповедовать. А, исповедь. Потянутся все грехи. Вы торбы с грехами так, может, сбросить. Надо генеральную исповедь родителям вот всех, этим. Всех, всех. Посмотреть венчаны, не венчаны. Всех привенчать. Всех это вот. На одну минуту все исправится. Ой. Перестали это с этой трубой. Я это тоже сама не люблю. Я и так ненавижу эти фотографии. Что ты меня сфотографируешь? Да ну ты что, я смеюсь. Ну ничего делать тебе. Я тебе покажу, что я сфотографирую. Раз на меня навернул. Да не, ну так это ж... Господи, да не будет моей фотографии там во веки веков. Да, я тебе покажу. Ты не хитри мне, ты меня сфотографировал. Да ну ты что? Зачем ты мне это сделал? Я сейчас разобью. Ты что, сестра, ты что? Я тебе серьезно говорю. Если ты сейчас не уберешь это, я помолюсь у тебя самого.